Еще раз здравствуйте. Сейчас начнем самостоятельную работу. Я хочу вам заранее сказать и предупредить вас, во-первых, что я даю сегодня на нее 20 минут, а во-вторых, каждый раз, когда вам придется, скажем, вносить предел под знак интеграла или вносить дифференцирование или интегрирование под знак интеграла, это нужно обосновывать. То есть проверять условия соответствующей теоремы, все это расписывать, как мы это делали на семинаре. Поэтому я вам даю больше времени. Так, и сейчас что у нас? Вот, можно начинать, да? 14:40 ровно. Я начинаю распределение вариантов. Пока не смотрите, это не окончательная версия. Вот. Вот распределение вариантов готово. Пожалуйста, можно приступать к работе. У вас 20 минут до 3 часов.
Давайте начнем семинар. Итак, бета и гамма функции мы сегодня рассматриваем. Первый пример. Требуется вычислить интеграл с помощью эйлеровых интегралов, то есть с помощью бета и гамма функции. Вот такой. Давайте заметим, что это просто частный случай формулы для бета-функции. То есть мы записывали бета от PQ вот в таком виде, как x в степени p минус 1 разделить на единицы плюс x в степени p плюс q dx. Да? Вот, поэтому мы видим, что это просто бета от PQ, где p равно 3 четвертых, и p плюс q равно 2. Следовательно, q равно, сколько тут будет, 5 четвертых. То есть это равно бета от 3 четвертых, запятая 5 четвертых. Ну, собственно, больше мы, наверное, тут ничего не сделаем, потому что четвертые доли мы не выразим. Сейчас. Гамма. Сейчас, если... Ну, давайте попробуем потыкаться, в принципе. Но я думаю, что тут ничего не получится хорошего. То есть мы можем это расписать как гамма от 3 четвертых на гамму от 5 четвертых разделить на гамму от суммы, да, на гамму от 2. А, понятно, что гамма от 2 – это единица. Вот, а гамма от 5 четвертых мы можем воспользоваться формулой понижения. А смотрите, что-то наклевывается, что-то, наверное, получится. Гамма от 5 четвертых мы воспользуемся формулой понижения, значит, гамма от 3 четвертых остается. А гамма 5 четвертых – формула понижения, значит, 1 четвертая на гамма от 1 четвертой разделить на 1 факториал, да, ну, то есть на единицу. А гамма от 3 четвертых на гамма от 1 четвертой – это формула дополнения. Помните, гамма от p на гамма от единицы минус p равно π на синус πp. Формула дополнения. То есть получается равно 1 четвертая на π разделить на синус π на 4. То есть видите, я зря говорил, что мы не досчитаем до конца. А корень из двух пополам, то есть будет π равно π разделить на 2 корня из двух. Вот окончательный результат. Есть ли вопросы по этой задаче? Если нет, давайте дальше. Номер два. Рассмотрим вот такой интеграл. Интеграл от тригонометрических функций. Интеграл от 0 до π на 2, синус в 6 на косинус в 4. Здесь работает следующая общая схема. То есть в общем случае синус в степени на косинус в степени, какие бы ни были степени, можно свести к бета-функции Эйлера. Следующим образом, если мы введем в качестве новой переменной, введем новую переменную вот такой формулой. Синус x равно синус квадрат x, наверное. Синус квадрат x равно t. Пусть t равно
синус квадрат x. Тогда косинус квадрат x, соответственно, единица минус t. И для дифференциала мы получаем, значит, dx. Для dx нам нужно, в смысле, для дифференциала t, давайте dt распишем. dt это будет 2 синус x косинус x на dx. То есть нам нужно выделить вот, этот, вот, вот это произведение. Да? То есть равно 1 вторая интеграл. Значит, если у нас x пробегает от 0 до π на 2, то t будет пробегать от 0 до 1. Значит, от 0 до 1. Затем, когда мы вычленим вот это произведение, сейчас я пока не буду делать замену переменной, а то будет сразу как-то слишком много действий. Вот у нас получится синус в пятой на косинус в третьей на 2 синус x косинус x dx. Вот мы вычленили вот это вот выражение с синусом двойного угла. И теперь, наверное, у нас уже все готово, да, для того, чтобы сделать замену. Значит, 1 вторая интеграл от 0 до 1. Синус квадрат уходит в t, то есть получается t в степени 5 вторых. Далее косинус квадрат – это единица минус t. Получается единица минус t в степени 3 вторых dt. Вот мы свели к бета-функции Эйлера. То есть 1 вторая умножить на бета от 7 вторых, запятая 5 вторых, да, на единичку больше. На единичку больше, чем показатели степени. Ну и опять удобно это выразить сначала через гамма-функцию, то есть это будет 1 вторая на гамма от 7 вторых, 5 вторых, разделить на гамму от суммы, сумма будет равна 6, да, разделить на гамму от 6. То есть будет 1 вторая на... В знаменателе можем написать гамма от 6 – это 5 факториал. А в числителе гамма от 7 вторых, гамма от 5 вторых мы распишем по формуле понижения. То есть это 5 вторых на, соответственно, гамма от 5 вторых. Да? Потом это 3 вторых на гамма от 3 вторых. И, наконец, 1 вторая на гамма от 1 второй. Вот, это для первого множителя. И совершенно аналогично расписываем для второго множителя. Это будет 3 вторых на 1 вторую на гамма от 1 второй. Это второй множитель. Вот. Ну и равно, давайте подведем итоги. Ну, в принципе, это как бы ответ. То есть гамма от 1 второй мы тоже знаем, да, он равен гамма от 1 второй. Это корень из пи. Поэтому, ну, в общем, наверное, так можно и оставить. Ну, ладно, давайте уже досчитаем. 2, сколько здесь будет? 2 в шестой степени 64. То есть 5 факториал, что-то от него, наверное, останется. 64 умножить. Так, что от 5 факториал остается? Остается 4 и 2, наверное, да? Сейчас. А здесь останется еще тройка. Значит, на 4, на 2, на 8, то есть... А здесь у нас останется 3π. Вот кажется так, да? Так, есть ли вопросы по этой задаче? Ну, это пока были примеры, в которых мы просто пользовались представлениями гамма и бета-функции в виде интегралов. Пока, кстати, у нас только бета работала. А теперь давайте возьмем что-нибудь чуть сложнее, где нужно будет продифференцировать. Вот в качестве третьего примера будет вот такой интеграл. От нуля до плюс бесконечности x на логарифм x разделить на единица плюс x в кубе dx. Давайте будем иметь в виду, опять же, формулу для беты, вот такую. X в степени p минус 1 разделить на единицу плюс x в степени p плюс q. Чтобы привести к
такому виду, но пока не обращаем внимания на логарифм, от логарифма потом будем избавляться. Чтобы привести к такому виду, мне нужно сначала сделать так, чтобы здесь не было x в кубе, да, чтобы было просто какой-то там x. Вот поэтому я сделаю замену t равно x в кубе, то есть dx, значит, то есть x равно t в одной третьей, да, получается. X это t в одной третьей, то есть dx это будет 1 треть на t в минус 2 третьих dt. Ну и подставляю в интеграл. То есть интеграл будет равен. Понятно, что при такой замене у меня промежуток интегрирования не поменяется. Тоже будет интеграл от нуля до плюс бесконечности. Далее t в одной третьей. Логарифм от t в одной третьей, то есть это будет 1 треть логарифма t разделить на единицу плюс t умножить на 1 треть t в минус 2 третьих dt. 1 девятую я вынесу за знак интеграла. Интеграл от 0 до плюс бесконечности t в минус 1 третьей на логарифм t делить на единицу плюс t dt. То есть если бы не вот этот логарифм, это было бы очень похоже на формулу для бета-функции в соответствующей точке. Да? То есть мы понимаем, да, что вот такой интеграл от нуля до плюс бесконечности t в степени минус 1 треть dt разделить на единицу плюс t, это будет бета от 2 третьих, ну то есть p равно 2 третьих, очевидно, а q я должен подобрать так, чтобы p плюс q равнялось единице. Да? У нас p плюс q равно единице. А тогда получается, что q это 1 треть. Вот. То есть это было бы равно, ну, вот было бы вот так, да? То есть мы можем сказать, что откуда нам брать логарифм? Чтобы взять откуда-то логарифм, мы должны сюда подставить вместо минус 1 третий параметр. И если мы по этому параметру продифференцируем, у нас как раз возникнет логарифм. Поэтому более ценно записать этот интеграл с параметром. Значит, интеграл от 0 до плюс бесконечности t в степени p минус 1 dt разделить на 1 плюс t. Да, вот такой вот интеграл. Это будет бета-функция от p и p плюс q, когда p плюс q, в смысле, p плюс q равняется единице, соответственно, единице минус p. И что это будет, если через гамма-функцию выразить? Это будет гамма от p умножить на гамма от единицы минус p разделить на гамма от единицы. Ну, то есть это будет просто произведение гамма от p на гамма единицы минус p, и тогда работает формула дополнения. То есть это будет π разделить на синус ππ. Получается, что мы должны посчитать производную от этого интеграла в точке 2 третьих, в точке p равно 2 третьих, да? То есть мы можем представить t в минус 1 третий делить на единицу плюс t как d по dp от t в степени p минус 1 разделить на единицу плюс t в точке p равно 2 третьих. Ну, давайте посчитаем. То есть для этого нам нужно внести производную под знак интеграла. Давайте мы обоснуем возможность такого действия и внесем. Ну, или сначала внесем, а потом обоснуем. То есть я хочу сказать следующее, что вот такой интеграл с логарифмом, да, давайте мы его напишем, интеграл от нуля до плюс бесконечности t в степени p минус 1 на логарифм t делить на единицу плюс t dt, это получается интеграл от нуля до плюс бесконечности от производной от d по dp от, соответственно,
t в степени p минус 1 делить на 1 плюс t dt. Ну, а если мы можем вынести знак производной из-под знака интеграла, то есть под вопросом равно. Так, предыдущий слайд, смотрите. Да, здесь я потерял логарифм t вот в этом месте. Вот так. Вот, если можно вынести производную по параметру за знак интеграла, то есть это будет равно d по dp, но здесь уже можно прямую букву d нарисовать, потому что здесь она больше ни от чего не зависит. D по dp от интеграла от 0 до плюс бесконечности t в степени p минус 1 делить на 1 плюс t dt. То есть это будет d по dp от π, деленное на синус πp. Ну и, соответственно, остается посчитать производную. То есть будет минус π делить на синус квадрат πp умножить на косинус πp умножить на π. Вот получается такая формула для вот этого вот интеграла, да? Ну, а потом нам нужно будет подставить p равно 2 третьих. И мы получим то, что нам нужно в итоге будет, то, что нам нужно было в итоге посчитать. То есть отсюда получается, что интеграл от 0 до плюс бесконечности t в степени минус 1 треть. Так же у нас было, да? Да, минус 1 треть на логарифм t на 1 плюс t dt будет равен значению вот этой функции при p равно 2 третьих. Значит, давайте подставим p равно 2 третьих. У нас получится минус π квадрат косинус 2π на 3 разделить на синус квадрат от 2π на 3. Ну, я, наверное, не буду это вычислять до конца. Собственно, вот это, наверное, будем считать ответом. Единственное, что тут осталось сделать, это обосновать равенство. То есть почему можно было внести дифференцирование по параметру под знак несобственного интеграла. То есть я, опять же, буду его обосновывать справа налево. Да? То есть имея правую часть, буду обосновывать левую часть. Ну, давайте обоснуем. Значит, что нам для этого нужно? Ну, да, обоснуем равенство. Для этого нам нужно следующее. Нам нужна, то есть у нас, вот как мы обычно это обозначали, у нас есть f от xp, это наша функция, ну, а тут t от p, пусть будет t от p. Это наша функция, то есть это t в степени p минус 1 делить на 1 плюс t. И f' по p от tp, это есть t в степени p минус 1 умножить на логарифм t делить на 1 плюс t. Значит, эта функция и ее производная непрерывны по совокупности переменных. На t принадлежит, значит, у нас по t интеграл от 0 до плюс бесконечности. В 0 мы тоже не заходим из-за логарифма. И p принадлежит промежутку АВ, ну, где на самом деле промежуток АВ – это какой угодно промежуток, лежащий, значит, где в качестве промежутка АВ мы можем взять любой отрезок, да, лежащий внутри промежутка от нуля до плюс бесконечности. Ну, для наших целей нам нужен отрезок, охватывающий точку 2 третьих, чтобы мы могли p равно 2 третьих подставить. Ну, пока это не важно, да? Здесь у нас любой отрезок из положительной полупрямой.
Ну, понятно, что эти функции непрерывны, поскольку они ну, определены, то есть элементарная функция, да, где определена, там и непрерывна. Дальше. Насчет интеграла. Интеграл от производной, значит, интеграл от функции должен сходиться хотя бы в одной точке. Ну, мы это понимаем, да, интеграл от f от tp dt от нуля до плюс бесконечности сходится при любом p большем нуля. Да, сходится, сейчас, неправда, не при любом p большем нуля. Давайте тогда конкретно напишем, при каком p. Да, сейчас, вот. Сходится при каком условии? Давайте мы его исследуем, не будем сразу ответ писать. То есть тут у нас, у этого интеграла есть две неприятности. У этого интеграла есть неприятность в нуле, вообще говоря, и есть неприятность на бесконечности. Значит, при t, стремящемся к нулю, при t, стремящемся к нулю, наша функция эквивалентна просто t в степени p минус 1. Значит, интеграл сходится, интеграл будет сходиться, если p минус 1, если показатель степени больше, чем минус первая степень. Ну, то есть p больше нуля. И у нас есть неприятность на бесконечности. А на бесконечности наша функция будет эквивалентна t в степени p минус 1 делить на t, правильно? То есть t в степени p минус 2. И интеграл будет сходиться, если, соответственно, p минус 2, то есть если степень в знаменателе, если степень знаменателя больше первой, то есть если степень меньше минус первой, если степень меньше минус первой, то есть если p получается меньше единицы, да? То есть вот при таких условиях, получается, p принадлежит от нуля до единицы, вот. При выполнении этих условий, при выполнении условия, что p лежит на интервале от 0 до 1, интеграл будет сходиться. Вот. Это про интеграл от исходной функции. Ну и, наконец, интеграл от производной. Давайте посмотрим на интеграл от производной. Интеграл от 0 до плюс бесконечности от производной. Ну, собственно, здесь возникает просто множитель с логарифмом, и да, и мы должны, получается, доказать его равномерную сходимость, да, то есть тут не просто так. Надо доказать его равномерную сходимость. Ну, давайте посмотрим отдельно на равномерную сходимость в нуле и равномерную сходимость на бесконечности, равномерную по параметру p. То есть при t, стремящемся к нулю, значит, здесь равно, наверное, никакого нам не потребуется. А при, для того, чтобы обосновать равномерную сходимость в нуле, сейчас, а может быть, мы сразу все это сделаем одним действием? Одним действием сделаем. То есть мы можем написать, что t в степени p минус 1. Одним действием не получится. От нуля до одного и от одного до плюс бесконечности придется рассматривать по отдельности. Да? Поэтому придется все-таки написать равно, ну, понятно, dt, значит, равно интеграл от нуля до одного плюс интеграл от одного до плюс бесконечности. Вот. И мы по отдельности рассмотрим эти два интеграла. По отдельности докажем равномерную сходимость. Да? То есть если оба равномерно сходятся, то, соответственно, понятная сумма будет равномерно сходящимся. Значит, если t принадлежит промежутку от нуля до единицы, то в этом случае что мы можем сказать? Что t в степени p минус 1 умножить на логарифм t разделить на единица плюс t по модулю. Ну, по модулю, потому что логарифм при этом у нас отрицательный, будет меньше либо равно, чем так.
Значит, поскольку t меньше единицы, то здесь я должен для p взять наибольшее значение, правильно? Для p я должен взять наибольшее возможное значение, то есть t в степени b минус 1. А логарифм t я могу оценить по модулю, то есть я могу написать, что логарифм от единица делить на t, ну такая величина будет положительной, правильно? Логарифм от единицы делить на t меньше либо равно c на единица делить на t в степени альфа для любого альфа большего нуля. Ну, мы уже так делали в прошлый раз. Мы оценивали логарифм вот таким степенным множителем при t, стремящемся к плюс бесконечности. Ну, а в данном случае у нас единица на t получается, да, в роли того x. Вот, поэтому я могу написать, что умножить на c на t в степени минус альфа и разделить на единица плюс t. Ну и здесь нужно теперь выбрать альфа. Сейчас, значит, если t от 0 до 1, то что, наверное, мы можем еще написать неравенство, да? Мы можем написать, что это меньше либо равно, что это меньше либо равно просто, чем знаменатель единичку просто взять. C на t в степени b минус альфа минус 1 разделить на единицу. Вот. И взять в качестве альфа какое-нибудь число так, чтобы интеграл получился сходящимся. А знаете что? Сейчас у меня получается, что p находится в пределах от a до b. И в свою очередь a и b, они вот так вот, да, a больше нуля. Так, а b у меня должно быть... Так, что? Что? Сейчас, ну-ка. У меня параметр p должен быть меньше единицы, да? Поэтому вот здесь вот я неправильно написал. P, конечно, не до плюс бесконечности в данном случае, а лишь до единицы, чтобы у меня была сходимость на бесконечности. Вот так вот. Вот, то есть b меньше единицы. Вот такое у меня есть еще ограничение. B меньше единицы. Ну и получается, что... вот этот показатель степени, мне нужно, чтобы этот показатель степени b минус альфа минус 1 был больше либо равен, был строго больше минус единицы. То есть это означает, что b минус альфа должно быть строго больше нуля. Правильно? Правильно я пишу, да? Я же так же писал. Да. Видите, вот. Исследование в нуле. Исследование сходимости в нуле. Так. B минус альфа должно быть больше нуля. Ну, а чтобы удовлетворить этому условию, можно, скажем, в качестве альфа взять, значит, пусть альфа равно... Что-то у меня вот здесь вот сомнение, что я вот здесь правильно написал. Здесь наоборот, здесь, наверное, а должно быть, а не b, правда? У нас же t меньше единицы, поэтому, чтобы написать ограничение сверху, я должен взять меньшую степень. О, лучше поздно, чем никогда. Вот, теперь сейчас поправлю. Значит, здесь должно быть a минус 1. a минус 1, соответственно, a минус альфа минус 1, a минус альфа минус 1. Больше минус 1, а больше альфа, значит, я возьму альфа равно а пополам. Вот. И тогда все работает, да? Тогда интеграл от c t в степени а минус альфа минус 1 dt от 0 до 1 сходится. Следовательно, интеграл вот этот вот, пусть будет первый, сходится равномерно на АВ.
по признаку Вирштрасса. Что меняется, когда мы рассматриваем промежуток наоборот? Т от единицы до плюс бесконечности. Если t принадлежит от единицы до плюс бесконечности, то вот в этом месте у меня будет другой показатель степени. То есть теперь, когда я буду писать, соответствующее неравенство, я должен буду взять t в степени b минус 1. Да, и здесь для логарифма t я должен буду использовать оценку, которую мы писали с вами раньше, и превосходит c на t в степени альфа для любого альфа большего нуля. Вот, поэтому я здесь получу, давайте сразу эту оценку напишем, c на t в степени альфа, разделить на единицу плюс t, ну и на этот раз я в знаменателе единичку выкину, да, то есть я напишу, что это меньше либо равно, чем c на t в степени b минус альфа минус 1 разделить на t, ну то есть равно c на t в степени b минус альфа минус 2. Вот. И чтобы интеграл соответствующий сходился, мне нужно, чтобы вот этот показатель степени b минус альфа минус 2 был меньше минус единицы, да, чтобы он сходился на бесконечности. Чтобы он сходился на бесконечности, мне нужно, чтобы он был меньше, чем минус единица. Поэтому мне нужно, чтобы b минус альфа было меньше, чем, соответственно, единица. То есть я могу взять в качестве... Так, то есть b у меня меньше единицы. Подождите, это же автоматически. А почему минус? Здесь же плюс. Плюс. B плюс альфа. Чтобы b плюс альфа было меньше единицы. Да, вот. Вот так должно быть. То есть b у меня меньше единицы, между ними какое-то расстояние. Вот давайте я возьму альфа равное единице минус b пополам. Да, я возьму в качестве альфа половину этого расстояния. Понятно, что я таким образом, альфа положительное получается, я таким образом вот этому неравенству удовлетворю. И интеграл от такой степенной функции будет сходиться. Ну, это уже на этом слайде не поместится. Давайте я переверну. То есть я получаю, что интеграл от единицы до плюс бесконечности c на t в степени b плюс альфа минус 2 сходится. Ну, при том выборе альфа, о котором я только что написал. Следовательно, интеграл второй сходится равномерно по параметру p, значит, по признаку Вирштрасса. Вот. И на этом, получается, мы все сделали, да, потому что мы, еще раз, мы написали, что функция и ее производная по параметру непрерывны. Интеграл от функции сходится, ну, при, на самом деле, любом значении параметра, который нас интересует. А интеграл от производной сходится равномерно. Вот это у нас тот интеграл, который я обозначил как второй. Интеграл от производной сходится равномерно, если параметр пробегает отрезок АВ. Таким образом, действительно, можно внести, значит, следовательно, можно внести дифференцирование по параметру. Под знак несобственного интеграла. То есть на любом отрезке АВ, вложенном, где это у меня написано, вложенном на предыдущий вот, да, на любом отрезке АВ, вложенном в интервал 0,1, действительно мы имеем право посчитать посчитать производную интеграла по параметру вот таким вот образом. Так. То есть вот эта формула, да, работает для любого p, принадлежащего интервалу 0,1. Вот что у нас получилось. Потому что понятно, что любое p из этого интервала я могу заключить в свой какой-то отрезок, специально подобранный для данного p. И производную можно будет внести под знак интеграла. Так, есть ли вопросы по этой задаче?
А можем еще раз быстро пробежаться, пожалуйста? Да, ну смотрите, собственно, мы начали с того, как подогнать тот интеграл, который мы должны вычислить, под то, что нам известно. Да? Но тут как бы дано, под что подгонять. Под, получается, в данном случае бета-функцию Эйлера. То есть вот у нас есть одно из представлений бета-функции Эйлера, и мы заметили, что если в нашем интеграле x в кубе заменить на t, то мы можем представить наш интеграл вот в таком вот виде. Вот в таком вот виде. Поэтому теперь возникает вопрос посчитать вот такой интеграл. Да? Вот этот интеграл, если бы не было логарифма t, если бы не было множителя с логарифмом t, то это был бы интеграл в чистом виде, который равен бета-функции. Бета от 2 третьих 1 треть. Ну, еще на 1 девятую умножить. Я как бы его уже 1 девятую отбросил. Вот. Вопрос, что делать с логарифмом? Ну, мы понимаем, что логарифм у нас получится, когда мы посчитаем производную от t в степени p по параметру p. Поэтому если мы рассмотрим вот такую функцию, как функцию параметра теперь уже, t в степени p минус 1, да, под интегралом будет вместо t в степени минус 1 треть, то мы можем заметить, во-первых, что это, опять же, бета-функция Эйлера, и в силу формулы дополнения для гамма-функции она выражается просто через синус. А во-вторых, мы можем заметить, что та подинтегральная функция, которая нас интересует с логарифмом, получается как производная от бета-функции Эйлера, от вот этой функции, по параметру p, если у нас есть возможность, если мы можем ее внести под знак интеграла. Да? Если можем ее внести под знак интеграла, то под знаком интеграла возникнет множитель как раз с логарифмом t, когда мы посчитаем производную по параметру p. Вот. Поэтому теперь мы можем написать так, что вот такой интеграл с параметром p, я не стал подставлять 1 треть, в смысле не стал подставлять p равно 2 трети, мы можем представить как интеграл от производной по параметру. И если можно было бы вынести производную по параметру за знак интеграла, то есть записать вот так, тогда мы это досчитаем до конца, потому что тогда у нас есть формула выражения бета-функции через гамма-функцию, есть формула дополнения для гамма-функции, я это все писал на предыдущем слайде, да, вот здесь вот. И вот это вот выражение, вот этот интеграл, просто у нас будет равен π делить на синус ππ. То есть остается, получается, посчитать производную по p от вот такой функции. Ну, вот мы ее тут вроде как считаем, да? А дальше пишем, да, что пишем, что тот интеграл, который нас интересует, значит, будет равен просто частному значению этой производной, если p равно, в точке p равно 2 трети. Остается обосновать равенство. Остается обосновать вот это равенство, которое было под вопросом. Для того, чтобы его обосновать, мы воспользуемся соответствующей теоремой о внесении дифференцирования под знак несобственного интеграла. Ну, то есть то, по сути, на что у нас сегодня была самостоятельная в том числе. Да? Для того, чтобы это сделать, мы должны заметить, во-первых, непрерывность функции и ее производной по параметру. Во-вторых, сходимость интеграла от функции хотя бы в одной точке. Ну, мы показали сходимость интеграла на всем интересующем нас промежутке. И, в-третьих, равномерную сходимость интеграла от производной. Вот, равномерную сходимость интеграла от производной. С равномерной сходимостью интеграла от производной возникла небольшая проблема, потому что в нуле и на плюс бесконечности степенная функция ведет себя по-разному и дает разные, как бы сказать, это разные особенности получаются, да? Мы вынуждены их по-разному оценивать. Мы же хотим признаком Вейерштрасса воспользоваться, ну как бы, да, имеем в виду признак Вейерштрасса. Вот, поэтому мы как бы думаем, а как это оценить, как это мажорировать, чем, как и что будет у нас в роли мажоранты. Вот, и мы понимаем, что при t меньше единицы и при t больше единицы, видимо, функция будет вести себя по-разному. Но поскольку вот здесь у нас t в степени p минус 1, это что? Это показательная функция, да, с точки зрения параметра. Вот, а она ведет себя по-разному при основании меньшим единицы и большим единицы. Вот, поэтому мы вынуждены, получается, расписать наш несобственный интеграл в виде суммы двух несобственных интегралов. Да, в одном переменная t будет пробегать в промежуток от 0 до 1, в другом, наоборот, от 1 до плюс бесконечности. И по отдельности доказать равномерную сходимость каждого из этих интегралов.
Ну, а из равномерной сходимости каждого слагаемого будет вытекать равномерная сходимость их суммы. Ну, вот и теперь мы с помощью признака Вейерштрасса доказываем для первого интеграла равномерную сходимость и для второго, ну, с помощью, естественно, какой-то там оценки. То есть в обоих случаях мы получаем степенную оценку здесь и здесь, но видно, что эти степенные оценки разные. И выбор вот этого параметра альфа, который мажорирует, с помощью которого мажорируется логарифм, тоже осуществляется по-разному. Да? Видно, что вот здесь он осуществляется вот так, а здесь он осуществляется вот так. Да? То есть разные значения альфа мы берем. Вот, поэтому как бы, это еще добавляет нам стимула вот, обоснования, почему пришлось разбить интеграл на две части. Ну, так или иначе, вот мы и в первом, и втором случае получаем равномерную сходимость, а значит равномерно сходится интеграл производный. Все, да, получается, три пункта выполнены, значит, теорему можем применить, и получается, по теореме мы можем внести дифференцирование под знак интеграла, то есть вот то равенство, да, которое вот там вот было, вот оно равенство с вопросиком, мы его обосновали. То есть мы доказали, что правая часть этого равенства равна левой части. Да, понятно? Да, спасибо. Так, давайте посмотрим еще что-нибудь. Номер 4. Вот такой вот интеграл от 0 до плюс бесконечности. X в степени p умножить на e в степени минус x в степени q. Здесь нужно сделать две вещи. Во-первых, указать значение параметров, при которых интеграл существует. А во-вторых, вычислить интеграл, либо выразить его через эйлеровые интегралы. То есть не обязательно считать до конца, можно просто выразить через соответствующую эйлеровую функцию, там гамму или бету. Ну, бету всегда можно выразить через гамму, понятно. Итак, при каких условиях этот интеграл окажется сходящимся? Ну, у нас тут есть две неприятности, вообще говоря. Да? У нас есть неприятность в нуле из-за того, что мы не знаем, какая степень у икса. Собственно, у этого икса тоже не знаем, какая степень. Вот. И у нас есть неприятность на плюс бесконечности. Давайте эти неприятности рассмотрим по отдельности. Значит, если x стремится к плюс нулю, то наша функция... Простите, а вы могли бы пояснить, в чем проблема нуля? Ну вот, да, нуля. Ну, дело в том, что степень p может быть отрицательная, у нас же заранее не сказано, что она положительная, понимаете? Требуется указать значение параметров, при которых он существует, при которых интеграл существует. А, понятно. Если он отрицательный, то мы делим на ноль, да? Да, конечно. Получается неприятность в нуле, да. Вот, ну, наверное, я сейчас подумал, что, наверное, стоит начать с бесконечности все же. Сейчас. Или с нуля. Ну, ладно, с нуля. Что мы видим при x, стремящемся к плюс нулю? Мы видим, что наша функция... так, а если степень q отрицательна, например, x в степени q отрицательна, то там же тоже... будет неприятность. Но в любом случае x в степени q будет положительное число, правильно? Поэтому e в степени минус x в степени q мы в любом случае скажем, что это, ну, это положительное число, поэтому я модуль не рисую. Это в любом случае меньше либо равно, чем e в нулевой, да? То есть чем просто единица. Вот, поэтому в любом случае наша функция будет мажорироваться x в степени p. То есть, будет мажорироваться множителем x в степени p. А x в степени p даст нам сходящийся интеграл в нуле, да? В нуле мы сейчас исследуем. Сходится, если p... больше, чем минус единица. То есть вот некий граничный случай. Граничный случай – это p равно минус 1. Значит, если p больше, чем минус единица, тогда интеграл такой будет сходящимся. С другой стороны, если p... Да, значит, получается, что если p больше минус 1, то интеграл сходится при любом q. Значит, тогда...
сходится при любом Q. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит, если P меньше либо равно минус 1. Значит, это я по-прежнему вот этот случай рассматриваю. Если P меньше либо равно минус 1, P меньше либо равно минус 1, то давайте посмотрим, как у нас выглядит Q. То есть у нас тогда получается интеграл 1 разделить на x в степени минус p. Ну, то есть минус p получается больше или равно единице. И здесь еще будет e в степени x в степени q. Но при x стремящемся к нулю, да, при x стремящемся к нулю, x в степени q, да, вот это вот, вот сейчас вот как раз важно, куда стремится x в степени q. Значит, x в степени q будет стремиться либо к нулю, да, если q положительно, если q положительно, так, а еще может быть q равно нулю, или q равное нулю, q равно нулю, тогда здесь единица всегда, да, тогда x в степени q это единица. Ну ладно, значит, q больше нуля. Либо единица, если q равно нулю, либо это плюс бесконечность, если q меньше нуля. Вот три случая возможны, правильно? Ну и получается, что если у нас q больше нуля, то интеграл будет тем более расходящимся. Ну, понятно, почему у нас расходится вот такой интеграл 1 делить на x в степени минус p? Потому что величина 1 делить на x минус p слишком большая, да? Интеграл расходится, потому что подинтегральная функция слишком быстро стремится к бесконечности, когда x стремится к плюс нулю. А в случае, когда у вас есть еще один множитель, ой, у нас же еще экспоненты есть, простите, сейчас, не все сразу. Вот, значит, следовательно, для e в степени x в степени q, вот, мы можем сделать вывод, что она стремится либо к единице, когда q больше нуля, либо к e, собственно, она равна просто будет, если q равно нулю, либо к e в степени плюс бесконечность, то есть плюс бесконечности, если q меньше нуля. Вот, и получается, что вот в этих двух случаях наш интеграл будет тоже расходящимся, да? Интеграл будет тоже расходиться. Ну, потому что получается, что вот этот второй множитель, он ведет себя просто как константа при x стремящемся к нулю. Да? Вот. Если же он стремится к плюс бесконечности, то поскольку произведение x в степени, значит, вот этот случай рассмотрим, когда q меньше нуля. Значит, если q меньше нуля, если q меньше нуля, то получается, что вот это произведение x в степени минус p, сейчас, единица на x, так вот удобнее записать, в степени минус p умножить на e в степени единицы на x в степени минус q. Так ведь правильно? Q меньше нуля и p меньше нуля у нас, да, p меньше минус единицы даже. Получается, что вот эта величина у нас бесконечно большая. Тут еще минус есть. Получается, что вот эта величина у нас неудачно обвел. С минусом вместе, конечно. С минусом. Будет стремиться к минус бесконечности.
А вот эта величина будет стремиться к плюс бесконечности. Ну и мы понимаем, что вот в такой ситуации, когда e в степени тянет к нулю, а множитель тянет к плюс бесконечности, произведение будет стремиться таки к нулю. Да? Произведение будет стремиться к нулю, так как экспонента растет быстрее, быстрее степенной функции. Экспонент растет быстрее степенной функции. Вот, то есть в этом случае все будет хорошо. Да, в этом случае все будет хорошо. То есть, следовательно, в этом случае интеграл будет сходиться. Да? Интеграл сходится. То есть должно быть либо P больше минус единицы, значит, итого, что мы можем сказать, либо P больше минус единицы, или тогда любое Q. Либо P меньше либо равно минус единице, и тогда Q должно быть меньше нуля. Вот условия, при которых сходится интеграл в нуле. Теперь давайте посмотрим, при каких условиях будет сходиться интеграл на плюс бесконечности. Пусть теперь x стремится к плюс бесконечности. Мы можем сказать, что x в степени p, ну, на самом деле, вот те же самые слова мы можем произнести, да, что e в степени отрицательной – это всегда меньше равно единице, поэтому произведение наше меньше равно, чем x в степени p, и интеграл будет сходиться, если… То есть то же самое я могу написать. То есть интеграл сходится, если P наоборот меньше минус единицы. То есть получается, что при P меньше минус единицы он сходится для любого Q. А если P наоборот, больше либо равно минус единице, то нам опять нужно, чтобы Q было подходящим. Чтобы, значит, если P больше либо равно минус единице, то есть этот множитель, как бы сказать, либо на бесконечности недостаточно быстро убывает, либо наоборот даже растет на бесконечности. Тогда получается, для сходимости интеграла нам нужно, чтобы экспонента его забивала. А экспонента его будет забивать, если показатель степени q будет больше нуля. Вот. Вот так получается, да? Ну и теперь в итоге мы можем, нам же нужно эти два условия пересечь, чтобы оба интеграла были сходящимися. Так. Ну, допустим, вот для наглядности. В системе координат pq. Значит, еще раз. Первый интеграл сходится либо p больше минус единицы, и тогда любое q, либо p меньше либо равно минус единицы, и тогда q должно быть меньше нуля. То есть вот здесь, либо получается вот здесь. Да? Это область сходимости для первого интеграла. Теперь давайте я цвет поменяю и нарисую область сходимости для второго интеграла. Значит, здесь должно быть p меньше минус единицы для любого q. Либо если p больше либо равно минус единицы, то q должно быть больше нуля. Вот так получается, да? То есть в итоге, беря это пересечение, я понимаю, что интеграл сходится в следующих двух случаях. Либо p меньше минус единицы, и тогда q должно быть меньше нуля. А p меньше единицы, тогда q должно быть меньше нуля. Либо p
больше минус единицы, и тогда Q должно быть наоборот больше нуля. Вот два случая, при которых сходится мой интеграл. Ну, интеграл, там две у него неприятности, да, поэтому его сходимость означает сходимость одновременно и в нуле, и на плюс бесконечности. Вот, значит, теперь я должен для этих двух случаев этот интеграл расписать. А вы не могли бы вот прокомментировать еще раз? Извините, что? Я не очень понял. У нас есть по условию интеграл вот от нуля до плюс бесконечности. А вы сейчас говорили, что мы рассматриваем два интеграла. А как? Ну, смотрите, мы можем вот так с ним поступить. Мы можем его расписать как интеграл от нуля до единицы плюс интеграл от единицы до плюс бесконечности. Понимаете? А, да, все, понял. Вот, поэтому этот интеграл будет сходящимся в том случае, ровно в том случае, когда оба интеграла сходятся. Да, да, понятно. Так, ну а теперь технический вопрос. Как нам этот интеграл свести к, скажем, гамма-функции или бета-функции? Ну, давайте посмотрим. Вот интеграл от нуля до плюс бесконечности x в степени p на e в степени минус x в степени q dx. Ну, во-первых, можно заметить, что если мы сделаем замену x в степени q, то мы получим гамма-функцию, правильно? То есть если я введу переменную t, равную x в степени q, то тогда x – это t в степени единицы делить на q, dx – это единица делить на q на t в степени единицы делить на q минус единица dt. И интеграл равен, ну, правда, здесь все равно придется сказать, какой случай мы рассматриваем, потому что от этого зависит, как будет преобразовываться промежуток интегрирования. Но пусть я здесь, давайте рассматривать случай q больше нуля. То есть рассмотрим вот эту первую ситуацию, когда p больше минус единицы и q больше нуля. Вот, пусть у нас p больше минус единицы и q больше нуля. Вот этот случай рассмотрим. Тогда получается, что при такой замене промежуток интегрирования остается тем же самым, правильно? Если я x в степени q заменяю, тоже будет интеграл от нуля до плюс бесконечности. Далее, x в степени p – это будет t в степени p делить на q. Далее, из dx приходит еще вот такая штуковина. Экспонента в степени минус t dt. Так, ну практически все. Остается это просто аккуратно написать. То есть получается, что это равно единице на q умножить на гамма-функцию от, смотрите, что здесь будет, p плюс 1 делить на q, правильно? P плюс 1 деленное на q. Вот. Это в случае, когда p больше минус единицы и q больше нуля. Теперь давайте рассмотрим с некоторой точки зрения, да, противоположную ситуацию. Значит, пусть теперь наоборот. Пусть теперь p меньше минус единицы и q меньше нуля. Вот такой случай рассмотрим. Тогда в нашем интеграле нужно, наверное, сделать какую-то другую замену, да, из общих соображений, понятно. То есть тогда у нас что будет-то вообще? Q меньше нуля, P меньше минус единицы. Угу. У меньше нуля, p меньше минус единицы. Ну, наверное, здесь есть смысл, чтобы просто удобнее было на это смотреть.
Хотя, а почему бы нам не сделать то же самое? То есть, если я сделаю замену t равно x в степени q, то на этот раз, поскольку x от нуля до плюс бесконечности, а q отрицательная, но у меня снова все равно получится промежуток от нуля до плюс бесконечности, да? Снова получится промежуток от нуля до плюс бесконечности. Вот. Да, получается то же самое. Получается, что в этом случае то же самое. То есть, когда мы выражаем через гамма-функцию, получается, что у нас одно и то же. То есть, формально те же самые действия мы при этом будем выполнять, да? Сами предыдущий слайд. Вот, все будет точно так же. Вот, то есть, видимо, вот эта вот гамма от, значит, p плюс 1 делить на q в обоих случаях, да, в обоих случаях окажется положительным числом, понимаете? P плюс 1 делить на q в обоих случаях окажется положительным числом, и наша гамма-функция будет корректно определена. Вот, все верно, значит, то же самое. То есть, теперь нам, получается, не надо эти два случая разделять, как отдельно на них смотреть, можно их объединить, все будет так же. Так, ну, как всегда, мы проведем консультацию в пятницу. Значит, ссылку я вам пришлю. Вот, а на сегодня получается на этом все. Спасибо. Да, пожалуйста, всего хорошего. Спасибо, до свидания. Пожалуйста, до свидания. Так.